Так, ну что, Диабло, вернули сервера или не вернули, сейчас посмотрим. Здорово, Драмер. Дома сижу, никуда не поеду. Ты должен был приехать, как ты делал, да? Я запись-то включил. Не, боюсь, так не получится, да. Боюсь, так не получится. Так, ну чё, получается, что... Потом нам нужен двуручник для него, да? День добрый. Какой-нибудь хороший, прикольный двуручный меч. Вот 25-44 и плюс 2 к максимальному урону еще. Вот такой меч для него можно взять. Это мне пригодится. Это мне пригодится. 33-42 превращается в 86-134. Это мне пригодится. Обалдеть. Да, это тебе пригодится очень сильно. Так, да, следующего задания-то нету. А все дело в том, что... Блин, все дело в том, что... Давай, наверное, вот эти три банки сюда перемещу. Все дело в том, что нам нужно до портала доходить, дойти пешочком. А это как бы такое себе. Заново придется идти, заново по новой локации, с новым типом. Сейчас заодно его и проверим, как он застревает. Здорово. Блин, наверное, мощность зелья маны я возьму. Тридцать процентов золота за убийство монстра. Ой, себе. Слушайте, здесь хорошо очень уровень реально поднимается, поэтому давайте не будем париться с того, что мы заново изучаем эту локу. Потому что как бы лишний уровень, он нифига не лишний будет, в конце концов. Да, вот и уровень.
А вот уровень. И здесь я дам немножко силы. В этот раз 5 силы. Ништяк. Смотри, с одного раза, с одного попадания убиваю. А силу для чего взял? Для того, чтобы более хорошие рукавицы одевать. Типа таких. Здесь порядка 60. Может, теперь у меня получится какие-нибудь крутые рукавицы найти. О, по-моему, на пояс нужно будет еще мансу. Ой, мансу силу поднять. Вообще опыт очень хорошо идет на этой локации. Прям фармить можно. Я не смогу нести больше. Штяк. Так, ну а почему ты не сможешь нести больше? Все ты сможешь, не выдумывай. Процент ускоренного восстановления от удара. Ну, такой себе. Мне бы береги на резист побольше. Будешь играть остальные сложности? Я, если честно, не знаю. Очень много времени отнимает. Для себя, наверное, да, на стримах без понятия. Очень бы хотелось, я честно признаюсь, очень бы хотелось, мне очень понравилось. Я бы вообще, ну, заморочился и взял бы платину здесь. Прошел бы всю игру за всех персонажей на всех уровнях сложности. Вот, было бы куда как проще, конечно, сделать это, если бы среди вас были бы люди, у которых есть игра на PlayStation 5. Или хотя бы на PlayStation 4. Я тогда PS4 версию установил. И сыграли бы вместе с вами. Ну и мне бы на самом деле в Tomb Raider еще наконец платину выбить в сетевых достижениях, сетевые достижения бы получить. Еще раз говорю, если среди вас есть люди, у которых есть Tomb Raider на PS4 или PS5, я с удовольствием сыграю вместе с вами в сетевые, убиваем ачивки. Мне это очень нужно. Почему? Потому что, ну, дальше Анчик первый идет среди заказов. А его Ася вообще заказала год назад. Как он Tomb Raider, в принципе. Ну, уже как бы пора. На день рождения, по-моему, Ася сделала это. Вот днюха моя. 19 октября год прошел.
тубы выбили и ванчарты пошли. Я не смогу нести больше. Я не смогу нести больше. Я не смогу нести больше. Думаю, некачественный самоцвет, что ты не можешь взять-то, ё-моё. Дорейли на Новый год, по-моему, на день рождения. Что тебе нужно? Сопротивление огню дает 22%. Слушайте, наверное, я, ну, глупость сделаю сейчас. Но реально, сол я не получу вообще никак. Давайте я поставлю туда орд в шлем. Сопротивление огню 30. 22 максимальный урон плюс 13. Орд и рал я поставлю без слова, получится. Но очень большой резист от огня и молнии. Без слова, еще раз, понимаю. Ортрал. О, а сопротивление молнии аж 44 получился. А почему? А почему не 30? А есть такое слово Ортрал? Руны в кубе улучшать нельзя? Можно, но сол... Для того, чтобы сол получить, мне нужно 3 руны то ли Тула, то ли Амна. А чтобы получить то ли Тул, то ли Амн, мне нужно 3 руны то ли Тула, то ли Амна, собственно. Вот, мне, я говорю, возможно, глупо сделаю, особенно учитывая, что я шлем на 2 ячейки продал недавно. Но я думаю, к тому моменту, когда сол у меня появится, у меня будет уже необходимое количество. Так, топаз, иди сюда. Ты же топаз? Ты топаз. И ты топаз. Вообще красиво получается тогда. Наверное, она не, ну, нахер она надо. Наверное, и вот это нахер не надо.
Стрим. Помидор. Ася, спасибо большое. Чат. Твич. Дома. 333. Да ёб твою налево. А пускай это будет Ancestors. Опять какая-то проблема с серверами. Меня опять выбросило. Ядрить его коня. Чё за дела? Ай, спасибо тебе большое. Ancestors 333. Окей. Ancestors 333. Это 3535. Да, что-то опять... Блин, 16 минут поиграли, ё-моё. Судя по новостям, сервера у них постоянно падают. Супер. О, поднялись. Но опять, соответственно, локо сбито. Где Храдримский куб? Где Храдримский куб? Чего, блядь? Где куб? Алло, блядь! Blizzard? What the fuck? И безупречный топаз проебался. И что делать мне? И что мне делать? Перезайди. Не, ну на перепрохождение я как бы его не опять здесь смогу получить. Но это какое время я буду бегать без Храдримского куба, получается. Ну заебись, чё. Блять. Он где-то валяется здесь. Ну, выбрасывать даже нельзя, по-моему. Пиздец. Удиви, когда он... Охуенно. Чё могу сказать? У меня больше нет Храдримского куба, но надо, значит, просто лететь вперед, убивать баллы и все. Да его нельзя продавать. Не может быть он у торговца. Максимум в тайник можно положить, но его у меня нет в тайнике. Нет уже в тайнике его тут.
У всех так вещи появляются через некоторое время после перезахода. А где они, блядь, появляются? Все, у меня в инвентаре появится. Блять, бред. Хорошо в конце игры, а не, блядь. Его никак не удалить, зайдя на пару секунд. Его нельзя выкинуть, его нельзя продать. Можно только в этот положить. Сундук свой. Ни хера не появляется. У меня уровень перса 29. Еще опыт еще. Хотели еще опыта тогда, когда закончились враги. Понимаю. Успешно, блять. Yeah.
Нихера не возвращается. Зато уровня все плюхи открываются какие. Да нет, там же баг получился. Я уже сохранил инфу о своем персонаже, как о персонаже без города Римского Куба. Не, фрикадель, я в онлайне начал играть, чтобы была возможность ко мне подключиться. Если у кого-то будет... Если у кого-то будет игра. Здесь можно играть без онлайна, без обработки сервера. Так что это не минус. Но серверные проблемы это как бы... Да. Посос, конечно, для, блядь, уровня Blizzard. Чуваки, я ему мою игру держат. На секундочку. Онлайн-шутер и онлайн-стратегии две киберспортивные. Какие косяки, дикий посос.
Радуйся, что цели не потерялись. Да, оптимистичный взгляд. Так, а как? Что за штуки на 30-м открываются? Говорят, все плюшки на 30-м открываются. Какие плюшки? Я знаю, где портал, чувак. Я просто фармлю опыт. Дочищаю левел. Эти вот фишки, типа. Требуемый уровень 30, типа гидры и так далее, да? Мастер огня. Пассивно увеличит урон от магии огня. Ух ты. Урон от огня плюс 30%. Ништяк. Наверное, ну, мастер огня надо качать, да? Даже одно улучшение даст урон плюс 30%. Я не смогу нести больше. Я не смогу нести больше. Могла бы, конечно. Постой и послушай. Чем могу помочь? Торок 4 сопротивление всем видам урона. На 26-м. Это нахер не нужен. Зачем он мне?
Сопротивление огню 9%, мана. Сопротивление огню 7%. Хорошие на резист продам. Заебало уже хранить их, кольца эти. Слушай. Сходим к барышне той наверху. Мало, которая. Мне нелегко говорить об этом, но кроме тебя мне сейчас никто не может помочь. А, так у нее квест? Аня, молодой алхимик и дочь одного из погибших старейшин, недавно пропала. Сильная, смелая, находчивая женщина. А мне по сюжету однажды дальше вечером, не нужно будет? Как раз перед твоим приездом я подслушала их с Нильятаком спор о смерти ее отца. На следующее утро она исчезла. У Нильятака своя версия того, куда и зачем она могла пойти. Не верь ему. Боюсь, что именно он подстроил ее исчезновение. Прошу тебя, найди Аню и верни ее нам. Она решит, что делать с Нильятаком. Только на следующей сложности что появится у меня, но я понимаю, я имею в виду, он нужен сейчас для чего-то еще мне будет. Ищите Аню в ледяных пещерах у замерзшей реки. С коровами. Так я же не смогу его на этом сложно, на этом уровне сложности открыть, нет? Нет, сам пытка на следующем уровне сложности я получу. Еще раз. По сюжет не пригодится, отлично. Можешь во втором акте из сундука куб забрать еще раз после завершения пятого акта. Коровник в нормале открывается. А, да? Во втором акте из сундука куб забрать. Точно? А где это? Куда это? Во втором акте, я не помню уже. Надо попробовать сходить.
сейчас до портала дойдем. Сходим. Помню, где брал. Я ж первый раз прохожу. Что-то идешь, 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 херак взял, что-то. Тридцатый уровень. В портал так и не сходил. Далее второй акт. Понял, принял, спасибо. Портал, правда, не помню, какой. А то, что второй акт, с первого раза понял, конечно. Ну, спасибо. Ачивка за 30. А, за 30 уровень? А там есть достижение такое? Девяносто девятого есть. 99 в героическом. Нету за 30.
А, это тулу, это не соль. Мастер огня, вот это. Да, пассивно увеличивает урон от магии огня. А, у меня какие-то шмотки дают 4, получается, мастеру огня. Или что-то дает плюс 4, плюс 3, точнее. Потому что я только один раз мастер огня вкачал. Урон от огня в итоге плюс 50%, 51. Ништяк. Но, судя по ощущениям, несмотря на то, что я не был 30-м, мастер огня у меня все равно работал на 3. Я сейчас получил, ну, незначительное увеличение, так скажем. Нормально, уровень реально летит просто. Не мог работать, пока уровня открытия навыка не достигнешь. Если плюс один всем навыком, то не работает. Пока хотя бы один раз не качнешь. Тогда непонятно, я прям не чувствую вообще, как что у меня плюс 50% урона огнем. Вообще как-то урон не изменился. Сопротивление Яна ставим. Ugh!
Это будет, блять, портал. Камень почти точно. Какой дьявол на плойку пятую стоит, он там. Ну вот я играю на плойке пятую. Мне нравится. Единственное, что ну, огромное количество людей играют все-таки в нее на ПК. Это значит, что. Цветание это то, что я выкинул. Двое уменьшает время заморозки. Наверное, все-таки зря выкинул. Это значит, что. Очень малый шанс, что у тебя найдется кооп. Но если ты возьмешь на пятую плойку, то как минимум я бы поиграл. Очень тупо, по-моему, что нету. Кроссплатформенного мультиплеера. Слушайте, а эти порталы, ну, походу, там что-то маленькое внутри. Большие данжи. Ну, короче, зря я тут пропустил портал. Так, пойдем в этот портал сначала зайдем. А я тут много чего упустил. В этот раз.
Очень много тут падает зелий, чтобы я оттаивал вещей, как бы, на это дело. Очень часто игра дает бесполезный лут, в плане, ну, не подходящий под ситуацию. Но как бы это ни оказалось, то, что бал бахает, будет бахать меня льдом или морозить как-то. Дисбаланс в ПВП будет скорость платформы. Почему? Ну, хотя бы в коопе можно было бы оставить возможность играть с друзьями, когда я там на плойке, а он на ПК или на Nintendo Switch. Моя вторая смерть. Я вообще не смотрел на левую часть, потому что там был варвар. Какого хуя он на себе их не держал? Почему ты не держал их, уёбок? Смерть забирает 30 тысяч. Бля, какая лоховская смерть, а? Это все из-за этого придурка. Почему он не держал на себе противников? Я вообще в его сторону не смотрел. Я такой в носу ковыряюсь и думаю, ну попаду я или не попаду в этого типа справа. Да, воин. Ой, блядь. Какой бред. Уже вечер? Уже вечер, блядь. Говно.
Я также на Диабло 3 раза умер, потому что напарник на напарник. Но на Диабло напарник сливается за секунды. Он вообще иногда просто топает мимо врагов, я его уже подметил пару раз. Ведро ебаное. Держи в следующий раз противников. Понял? Блять, я продал банки, сука, которые в поясе. Интересно, они упали там в поясе? Нет. Телепортация бы помогла. Чтобы телепортацию вкачать, я уже много раз об этом говорил, нужно сначала вкачать телекинез. Не хочу я тратить очко на телекинез. Бля, реально в носу ковырялся, думал, блядь. Попадаю в беса или не попадаю, и хуяк я умер. Смерть в игре. И первая не на боссе. Да, 30 тысяч смерти. 30 тысяч нужно заплатить, чтобы резнуть своего персонажа. Это типа, если у меня деньги закончатся, то я не резну, я пройду персонажа или что? Деньги-то для этого нужны. Чтобы иметь возможность резнуться. 30к на тебе были, они потерялись. А, в этом плане, понял. Портал в город сразу открой. А я не умру больше. На следующих сложностях смерть будет чуть опыта с текущего уровня снимать. Если труп не подобрать, опыт не вернется. Прикольное наказание. Иди. Держи. Вот так. Какая ж хуйня. Я передружена.
К твоим услугам. Если поналомал, оказывается, поналомал. Так. Поэтому не ковыряйтесь, ребят, на сунда. Соглы. Ну что, пойдем сюда. Куда? Какой портал прыгать? Где там еще один куб можно взять? Иссохшие холмы. Модераторы, включите рекламку на 3 минуты, пожалуйста. Я с этого предмета только что выбил совершенно случайно. Что, блядь? Чертоги мертвых надо? Так а что вы сказали тогда этот? Наверное, думали, что я здесь выбью ангельский плащ? Вы были правы. Сейчас опять вылетит нахуй сервер. Я перегружена. Я не смогу нести больше. Я перегружена.
Ага. Отлично, спасибо большое. Спасибо. Куда ты и как смог куб потерять? Сервер ёбнулся. Меня выкинуло. Я перезашел. И когда перезашел, у меня не было куба. Не было куба и не было одного драгоценного камня. Очень много всякого для некро. 18-й, 6-й, 17-й. День добрый. Так, я же пояс могу, да, теперь одеть. Так, вот. Минус 2% сопротивления к яду, и не будет больше залпа молнии 4 уровня. Да, и как бы, и как бы. Очень хороший пояс, 126 сопротивления к яду, поэтому я его оставлю. Для кого-нибудь. Всего лишь на 13 уровне можно будет взять. Вероятность применить умение кольцо льда 3 уровня при получении урона 8% сопротивления молнии. 8% сопротивления огню. Время действия яда на 25%. Не, блядь. Бля. Сопротивление огню 17%. Мой шлем сейчас очень даже. Время действия яда на 25. 28% защиты и 16% вероятность найти магический предмет. 28% защиты. Время действия яда на 25. Так, мне нужны ботинки, короче, пиздатые, потому что у меня говно одно. Я так полагаю, 3 ловкость. Максимальная выносливость, но тут и силы треба. Тебе уже сказал, она мертва. Если ты действительно хочешь сделать как лучше, займись спасением Харагата, а не безнадежными делами вроде поиска Фани. При наличии куба второй выпуск может, интересно. Хз. Говори, не тяни.
10 к скорости ходьбы и бега. То, что вы говорили. Такое все. Залп молнии 4 уровня при получении урона 12%, скорость ходьбы и бега 42% к защите, 18% сопротивление яду, 55% к золоту за убийство монстров. Вот это заебись. Вот это да. За бомба-бомба. И защита чуть больше, и скорость, и сопротивление яда плюс 18%, и золото, и приятный бонус еще и 12% применить залп молнии. Нам возвращается. Каев. Яд и огонь 75%. Бля, молнии бы еще поднять. Еще бы шлем и перчатки. Ну, шлем нормальная. Вот, ну, с этими камнями, которые дают сопротивление молнии и сопротивление огню, норм. Было бы круто, конечно, с тем словом, но ту руну я сейчас никак не возьму. А вот перчатки, да, перчатки. Хочется уже найти что-нибудь поинтереснее, чем вот это. Но пока что это лучше. Вообще можно также посидеть и поделать, просто перчатки поискать. Давай какие-нибудь. Бля, я хуй знает. 11 тысяч рукавицы. Они, я их вообще одеть смогу? Да, они как раз на 60. Они как раз на 60, ну, давай пробовать. Давай без хуйней, блядь. Зависло. Зависло. Отвисло. Кольцо льда и защита. Сопротивление огня. Вероятность найти магический предмет. Хуйня, хуйня, хуйня. Раз. Раз. Рис. Золото. 3,10 яда. О! Сопротивление молнии 19%. Да, минус к огню на 8. Яд. И в целом защита. Блять. Но молния 19%. Давайте еще немножко поищем. Более уникальный какой-нибудь предмет нужен. Более уникальный какой-нибудь предмет. Я деньги всираю, пиздец. Двадцать процентов сопротивления молнии. Заебись. Мне надо деньги вернуть. Из общака обратно 200к вытащить. Иди сюда. Вот так. Все, никакого общака, блядь. Толстосум. 1 миллион золотых монет собрать. Я просто вот так деньги из общака перетащил в мой карман и получил ачивку. О, бля. Сохранились. Да, вот такого рода перчатки, они вообще могут быть, ну, пиздатыми, желтыми, или зелеными, или какими-то? Или они все время вот такие? Все деньги, все. Зелеными вроде нет, желтыми могут. О! Рейтинг атаки 25 защиты, сопротивление молнии и... Ну, хуйня на самом деле. Но 25% защиты. Здесь 11. И, что самое важное, молнию дает сопротивление. Лучше я, наверное, сейчас не найду. Так что...
Так что одеваемся. А эти продать? Блять, а их не надо было продавать, их надо было сохранить. Там выкупить можно? И нельзя. Зачем я их продал, блять? Дурачок. Так, ладно. Ну давайте теперь опять общак восполнять, наверное, потихонечку. Так, и что у меня теперь? 72 на мол. Нормально. Нормально, нормально. Нормально, нормально, нормально. Бонус плюс 77, плюс 78. Здесь бонуса нету. На 75 надо поднять, да, чтобы бонус появился. Типа такого. А у меня есть какое-нибудь кольцо на молнию? Рейтинг атаки, мана. Рейтинг атаки, сопротивление льду. Сопротивление льду. Скорость применения сюда. Рейтинг атаки, сила энергии, время заморозки. Сопротивление льду. Сопротивление льду, пиздец, огню. Магический предмет. Симптомания. Сегодня должны появиться первые ачивки в EGS. Конечно. Если что-нибудь покупаете в EGS, обязательно используйте мой промокод. Мне это очень сильно поможет. Я вам очень сильно благодарен и признателен. Это все равно, что задонатить. Бесплатно просто при покупке код ввести и все. Бля, нету ничего на резист к молнии. Ну, покупать кольца у него это вообще песос, наверное, дикий. Потому что там по 60 тысяч вообще. Я прав, если на 75% поднимаешь сопротивление, то там плюс еще какой-то процент дается тебе. Или что означает эта цифра? Плюс 78, плюс 77. В азартной игре выше выпадают, вещи выпадают не выше твоего уровня, поэтому сливать деньги на лоу-левел, особенно на кольца амулета, смысла мало вроде. С 27-го только начинают плюс скилл падать. Ну я 30-го. Ну кольца амулета там по 60 тысяч вообще нахуй надо. Начинаю понимать, на другом уровне сложности будет уменьшаться мой резист, а это, ну и за счет этого бонуса он будет подниматься. Типа если я поднимусь до 75, я получу нормальный прирост к резисту, а если не поднимусь, то у меня будет уменьшено. Так? Сложная система, пиздец. Или не так? На высших сложностях у голого перса резист в минус уходит вроде. Ага, ну вот, значит, прав.
Погодите, а в смысле у головы перса? Я типа не перехожу с теми же самыми шмотками? Или просто, если снять шмотки, то будет минус лизости? Следующий сложность всяк, минус 50 до сложность добавляют. А почему тогда вот здесь вот на белых нету плюсового, а вот здесь есть? Все-таки я получаю плюс 78 бонуса, если качаю до 75. Диабло дойдем. Диабло убит в четвертом акте. Мы к Баалу идем. Восемь капится в 75, насколько я понимаю, то есть на кошмаре будет 28-25. Ясно. Хуйня война, блять. Нужны показатели получше. Нужны шмотки получше. Ну там и шмотки получше как раз и будут. Я что-то вот так боюсь. Ну, вы так пугаете меня сложностью Nightmare. Мне кажется, что шмотки нивелируют сложность будут. То есть будут падать шмотки не на 20 защиты к волне, а на 150 защиты к волне или 70 защиты к волне, условно. Ну, условно. И они будут нивелировать все это, нет? Второй уровень сложности, капздец какой будет сложный для меня. Потому что я на этом умер два раза, один раз по глупости, один раз от незнания. Просто я не знал, как Диабло атакует, и поэтому умер. А второй раз вот в этой хуйне. Просто от того, что залип. На 9 уровень сопротивление к резист к огню 20%, заебись, по-моему. Без телепорта все 1000 часов надо. А почему тогда, ну, я уверен, что это не так, потому что телепорт есть только у волшебниц. Сказали ему уже, что надо меч с 4 сокетами под спирит. Да не попадался еще меч с 4 сокетами. Что такое под спирит? Ничего.
Песничка, привет. Все наготове уже. Сейчас скоро уровень будет опять. Слева руну Орт или как она? Солт? Нет. Для сорки Хелтайш Попа Боль, для одностихийной сорки, так и коммунные мобы. Граунд! Спасибо большое за активацию спонсорских баллов. Че, сегодня глянем граунд? Я же как раз устанавливал эту игрушку в прошлый раз. Новые игры тогда получается на следующем. В следующий раз посмотрим. Я не смогу нести больше. Я что, это как его опять уверивал в банке. Хера столько.
Да, зелий прям завались. Действительно. Эти барышни летающие что-то отсылают к God of War прям очень сильно. Да, я вернусь, я все засмотрю. Сейчас я пробегу по одной стороне просто. Угу, здесь проход, окей. Ебать! Третья моя смерть. Очень крутые типы. Но сейчас заслуженная смерть. Сейчас прям вообще базару ноль, потому что они разъебали быстро очень варвара за секунды. И также за секунды меня. Что тебе нужно? Да воскресить ведро. Да, окей. В пещерах был. Как бы теперь успеть взять шмотец-то? Эти типы бешеные, в этом их фишка. Они с рвением после атаки еще и не морозятся вообще. Вот поэтому, Арти, ты меч не получишь. Поэтому не получишь. Модератор, говорю, должен быть опорой. Опорой. А ты бесишь только. Так, как-то поверху нам надо обойти, чтобы на новых типов не нарваться. Так, вот здесь вот они, внизу, справа. Ты можешь идти туда, пожалуйста, атаковать? Нет? Thank you.
Замерзшие реки. Там проход. Что за проход, интересно? Не посмотрел. Как предполагалось, да? Я говорил вам. В Lord of Destruction буду умирать. Так и получилось. Ой, шлем забыл вытащить. В ледяных пещерах путеводный камень имеется. Здравствуйте. Привет, привет. Тебе про то, как работают эти цветы не камушков, рассказывали, а не? Не рассказывали. Че на мне висит? Что это за штука? Тогда можно продать. Что тебе нужно? Они грейдят камень из твоего инвентаря, если он есть. Если нет, то дают ниши. Оставь по паре штучек ниши камушка всех видов наверху руны. Да, это я уже сообразил, что для крафта некоторых рун нужны маленькие низкие камушки. Это я сообразил, да, я их оставляю по одной штуке теперь. Так, хочу посмотреть, куда ведет эта дверь. Не знал, буду знать, спасибо, увижу святилище. О, ледовый ход какой-то. Вон, пойдем к замерзшей реке, выполним задание. Можно будет, знаете, как сделать? Так. Оставить здесь телепорт. На замерзшей реке, по-моему, тоже есть путеводные камни, посмотрим. Ну, по-моему, есть. По-моему, должны быть. Если нет, то ну ладно.
закладки инвентаря. Помню такого. Уже только с модами. Бармалей, привет. Это какой-то дебаф от этой барышни летающей. Так, дневничок у нас добавлен на запись вот этой барышни. Понял. Кто вас поднял? Двуручного 24-66, 107 к урону, рейтинг атаки, урон по нежити. Ух ты. Родной мой. Ну-ка. Я не могу это использовать. Ты заебал. Опять лагает, опять сейчас вылетит. Я играю на PS5. Бармалей, ты на PS5 играешь? Каефно. Каефно. Надеюсь, ты у нас есть в Дискорде. Можно будет скопировироваться. Значит.
Ок, я уже на аду. А тебя не заподлобывают меня некоторыми персами на обычке протушить? Какие урны? Пойдем посмотрим. Какие урны? Да, я который разбил, некоторые типа призывают. Открыл уже, кувшин такой стоит, иногда дает голду, иногда сюрприз. А, ну было уже у нас такое. Сюрприз, мадафакер. Такой, да, кувшин? Такой другой. Неважно, похоже кувшин. Где она, чтобы ее спасти? А, в ту сторону не прошли, понял. Эти типы по новой поднимаются. Заколебали так-то. Змеиный доспех хорошо стоит. Да? Он наверху где-то валяется. Я его видел. Где-то наверху видел. Порт тот наш слетел. А почему он хорошо стоит? Уже вечер. Хуя себе, реально 20 тысяч. Рад тебя видеть. Собираешь мод с дырками обязательно, но мне некуда ее собирать уже. Броня из кошмара? Я не смогу нести больше. Насыпаешь, садимся читать? Не-не-не. Не-н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 е. Привет, как впечатление от игры? Я кайфую. Мое первое прохождение, мне очень нравится. Корона вот с двумя гнездами, типа прикольно, но...
Защита у нее получается меньше или отдает защиту еще? Нет, не дает. Ай. Два гнезда неплохо. Можно поставить слова, да, но. Для шлемов. Во-первых, они не редкие. Реально вообще не редкие. С двумя гнездами. Во-вторых, для шлемов пока найдешь руны эти. Вот это неплохо. 26 уровень. Это все не так. Если ты хочешь мне помочь, вся надежда на Малу. Прошу, расскажи ей, что случилось. Да вот только сол мне не падает, мне только ворд падает, драный этот. Это все. Чем могу помочь? Вот оно что. Этот змей Нелья так подстроил пропажу Ани, а потом заморозил ее заклинанием. Держи. Отнеси это зелье Ани и дай выпить. Тогда заклинание перестанет действовать. Парм, графей, до кошмара решает вопрос с рунами. До кошмара еще дойти надо. Так-то. Венец, говорили, посмотреть, да? А, нянечка. Давай покудули. Покидули. Давай, иди. Уж могла и меня в свой портал пустить, а? Спасибо за возвращение, Ани. Чтобы тебя отблагодарить, я создала заклинание, которое защитит тебя от яда и магии. Знаю, это скромная награда, но надеюсь, оно тебе поможет. Поговори с Аней. У нее для тебя срочные известия насчет Нильятака. Хорошо. Венцы диадемы много стоят сами по себе. Окей. Так, и что это такое? Удерживайте, чтобы применить свиток сопротивления. О, молния теперь 75. Заебись. А почему так мало? Короче, у меня теперь льду только 55. Плюс 5-7 резистом вроде бы. А, да? Кайф. Спасибо, мало. Добрый день. Аня еще совсем молода, но вызывает уважение. Раз она снова с нами, я обязательно поговорю с ней о горе Ариат. И тебе тоже советую. Этот Харадримский...
Теперь мы все видим, что ты настоящий воин. Настали темные времена. Надеюсь, ты положишь конец царству разрушения, которое хочет создать Баал. Нашего совета старейшин больше нет. Среди погибших был и мой отец Авст. От полного отчаяния нас удерживает только надежда отомстить Баалу. Благодарю тебя за спасение. В знак признательности прими от меня этот подарок. Я попросила Ларзука сделать это специально для тебя. Нильятак сказал мне, что заключил сделку с Баалом, чтобы защитить Харрагат. Чтобы демон нас пощадил, этот бестолковый дурак собирается отдать Баалу реликвию древних, наш самый священный артефакт. С ней Баал сможет без помех войти в недры горы Ариат, и древние не попытаются его остановить. Я хотела помешать Нильятаку, но он заточил меня в глыбе льда. Надо помешать Нильятаку, пока он не обрек весь мир на гибель. Хотелось бы мне задушить его собственными руками, да боюсь, не хватит сил. Пройди в его логово через мой портал. Убей его и верни реликвию древних. Не дай Нильятаку уничтожить то, что мы защищали веками. Какой Нильятак, долбоёб. Так, теперь торгуем с ней, играем с ней, да? А это просто для меня одноручное оружие, прочность только для волшебниц, 23 уровень, урон от огня, энергии, 26 сопротивления. А нахуй он мне нужен? Серное сердце. Какое говно они мне подарили. Спасибо. Я так рад, я так счастлив. Перенестись через портал Аникрама или так, окей. Окей, обязательно. Первым день делом. День добрый. Так, как говорится. Вам не нужно это говнище? Блин, я хочу сохранить этот молот, но мне куда его класть уже вообще реально? Реально, эй, куда класть его? Некуда. Так, сейчас, да, обязательно прыгну в твой портал. Что тебе нужно? Да, реально дорого стоит. Это ж сколько бабок я упустил. А что если это ловушка? Найдите Нильятака в чертогах. Большое за активацию спонсорских баллов, ребят. Они вечно будут вставать, да? Бессмысленно. Я
Я не смогу нести больше. Это невозможно. В смысле? Блять, как плохо сейчас получилось это вот. Двенадцать сопротивления льду, ёба. Нужен был этот оберег. Зелье маны нужно. Срочно. У меня так мало банок. Откуда они вышли? Их не слышно было. Ах, заебал. День добрый. Добрый. Ладно, давайте.
пасть, мерзкий глаз. Мне абсолютно беззвучно подошли. Просто побежали и все. Да, в этой макте я прям побил рекорд по смертям. 3 раза уже умер. Все, конечно. Была бы дичь, если бы человек терял всю свою броню, это ему заново, блядь, пол игры надо проходить и фармить опять, чтобы нормально все было. Я не смогу нести больше. Ты сможешь, там дырки. Так сможешь, 2 дырки. Больше защиты в этой броне, может в нее халет поставить. От халет слово из каких рун пишется, я забыл. Защита 54. Она, правда, не имеет никаких бонусов, это ничего? Тал и Эд. Своих бонусов уже не было. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не, было, блядь. Что-то одно теряем. А что? Какой у тебя свой был? Скорость ходьбы, скорость применения умения, скорость восстановления удара, защита, ловкость. Скорость ходьбы, скорость применения умения, восстановления удара. А, защиты, блядь, теряется. 11% защиты теряется. Здесь 95 защиты, здесь 54. Так, но на самом деле так-то оно получается не теряется нихуя. Вот, допустим, здесь защита 210. Одеваем. И получаем 251 защиты. То же самое в типа, одеваем. Это мне пригодится. Это мне пригодится. Ну, сила. Это мне пригодится. Это мне пригодится. Сопротивление, это мне ядра пригодится. Растет. Это мне пригодится. А, это мне пригодится. Но это урон мне больше. Пригодится. Даже не знаю. Это мне пригодится. Это мне пригодится. Яда больше тоже. Это мне пригодится. Давай, наверное, халет тоже будешь с этим носить. Это очень неплохая штука. Тоже какому-нибудь наемнику хотя бы. Так. Ну да, это получше по броне будет. Ну, чисто по защите. Так как рун дохуя в целом. Особенно учитывая, что предыдущую броню я не теряю, а сохраняю. Можно считать за небольшой грейд плюс к защите. Еще. Небольшой, правда, но все равно. Где-то может сыграть.
Опять не работает. Как же серверам плохо. О, а чё я это не продал? Что-то сходил, короче, но не продал. Нихуя. Это тут дело. Правильно. Декарт. Постой и послушай. И в четвертый акт Глен уроню. Декарт задумался, да. Какую броню сходите глянуть, я не понимаю. Охуенно. То, что у чувака в пятом городе справа подается. Главное, чтобы опять куб не пропал. Сука, это вообще, ну, пиздец. Просто, блять, пиздец, честно. Я хочу играть. Что такое началось? Да, кстати, блядь, назад! Назад, 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 назад! Какой нахуй? Какой нахуй 29 уровень? Алло, блядь! Там 32 уже или какой? Сохрани мне два. Ладно, явно серверам плохо. Не будем насиловать их сегодня. Если мне откатило персонажа в ноль, то я даже хуй знает. Но если действительно он не вернется,
Ну, я хз. Нужно будет, чтобы тип какой-нибудь меня провозил. Ёбнуться. Ладно, тем, кто запись смотрел, тем пока. Дальше круче.